Так, всем здравствуйте, доброго позднего вечера. Ну что ж, пришло время приступить к дюнке, вернее, продолжить ее. Мы вчера остановились на пятой миссии. Так, сейчас проверим чатик. И можно продолжать. Да, чатик работает. Так. Так, 5 миссий вчера пройдено, ну, нормальных, условно говоря, 3. Повоевали маленько, пора сегодня хотя бы парочку одолеть. Битва за рай. Давай, давай. Так, опция ж, правильно. Так, по-моему, Валиментат назывался. Сейчас быстренько проверка на память. Оно? Technology. Так, что там? Ага, ракетные турели. Логично. Так, от Ридосов, да, будем мочить? Да. От Ридосов. Опять же, здесь, скажем так, обычные законы не действуют. Лингвистические. Вот кто это там уже сердечко-то ставит? Как неожиданно и приятно. Так, единственное, конечно, то, что у нас стройплощадка находится прямо у самого края. Это, конечно, жирный минус. Местечко тут такое себе для стройки. Ой, кто там, что там? Извините, я не вижу, у меня это окно прикрыто, поэтому... Кто бы ты ни был, спасибо тебе, мил человек. Так, а что, надо все ценное ставить здесь. Здоров, Толян. Продолжаем битву. Хотя бы парочку миссий надо сегодня пройти. Ну, если, конечно, я не буду тупить адски зверски. Приветствую, Сет. Так, что? А что? Это мы впереди поставим, потому что... Радар... Не сильно нужен, конечно. Без него тяжковато будет. Вот он. Ладно, хотя бы тут все рядом. Так, и сразу транспортный надо где-то ставить. Так, чтобы всякие ракетницы у них гасили. Но при этом, чтобы, конечно, и транспорт был более-менее в доступности. А не так, чтобы он тут за километр отъезжал. Уже? По-моему... А, ну отлично. Уже вражеская ракетница наготове. Естественно ж. Драпай. Ля, наглец, а? Разберись. Куда ты пошел? Куда тебе хрен понес? Давай. Ля, он жопой умеет ездить, прикольно. Ближе. Так, транспортное. Да, веселье. Сплошное и безудержное. Ладно, поставим, блин, ну, хотя бы сюда, чтобы ракетницы реально не доставали его. Хотя, конечно, можно два завода будет сделать. Например. Так, пока тут суть до дела. Да вот и я также. Что вы стали? Какого хрена, я бы сказал? Еще один хрен. Ты чё стал? Да на что? 207 кредитов, ты понимаешь, Толян? Только экшен, только начался. Танк. Хрена ты стал, скажи, пожалуйста. По-моему, мы зря на них сейчас напали, но я не специально. Здорово, Димон. Всем привет, ребятки.
Да, отличное начало. Ни разу не потно. Все по плану. Все как надобно. Так. Задави этого. Да, нормально. Так, надо еще тогда завод строить. Или... А, зачем, если можно еще харвестер тупо нанять. Так, подождите. Это мне... О, сильно. Сильно, ребята, сильно досталось нам. Танчик. Ну, танчик, ладно, постой, с фланга. А то, что у нас, конечно, стройплощадка под огнем будет, это сильно. Это офигенно просто. Так, давайте. Потом будем все развивать. Все, вали. Без тебя справиться. Куда, куда тебя хрен понес, слышь? Он хорошо так зарядил, да, нормально. Мне понравилось. Спасибо. На это начало просто огонь. Да, вот, молодец, молодец. Куда надо поехал? Вот этого сейчас тебя туда же отправим. Нехрен тут на линии огня разъезжать. Пошел вот сюда. О, уже тяжелая артиллерия прет. Этот от большого ума не знает, как дорогу найти. Вот сюда тебе, понимаешь? Зашибись. Я чувствую, сейчас рестарт миссии будет. Так, давайте. А, нет, похер. Попревозмогаем. Давай, подъезжай. Блин, какой ты тупой водитель комбайна. Ты просто непробиваемый. Все, мне хана. Кто-нибудь загасить этот здоровенный танк. Не, мне хана. Я ничего не успею сделать. Потому что вот этот вот едет полчаса. Не знает, где дорогу найти. Червяка еще для полного счастья не хватает. Ну иди сюда, что ты там тогда стоишь? Подыхать все вместе будем. Блин, 600. Мне тупо не хватит танка это сделать. Все, писец, просто писец. Да нет, расклад не в нашу пользу. Все, люди кончились у меня. Я тебе туда поеду. Да что там тебе? Чем там тебе смазано? Я стенку просто построю там, блин.
что не так, кстати? А, все, все так. Чтоб пушки сделать, тоже надо апгрейд сделать. Великолепно. Ладно, мне хотя бы на одну надо пушечку набить. Все, этот почти все сделал. Вы скоты просто. Вы еще этим занимаетесь. Я тоже так хочу, слушайте. Куда ты постреляешь по собственному радару? Если я пройду сейчас, это будет просто мега офигенно. Ну загаси ты его. Так, все, больше нападавших нет. А, конечно, два раза. Куда ты палишь по своим? Придурка ты кусок. А это все свою... дивизию там высаживают. Скорее всего, еще ветряк понадобится. Отлично. Так, спасибо, спасибо за помощь. Да, да, да. Ну, у меня два варианта. Либо строить еще пушку. Да. Потому что она сейчас очень сильно может помочь. Постой, поохраняй тут. Я его убью. Я его просто натурально придавлю сейчас. На, разгрузись хоть чуть-чуть, придурок, блин. Да. О. Блин, ветряк тут не построить. Ладно, пухи хотя бы более-менее... Что вы стоите? Ослы, блин. Да, ругаюсь. Да, но что делать? Как тут можно спокойно к таким вещам относиться? Никак. Все, живи. И ты живи. Так. Ну-ка. Погрейтесь на песочке, пацаны. Ну ладно. Ладно, сейчас пушки построим, хоть более-менее что-то будет. Инфраструктура-то есть. Все, что нужно, имеется. Где еще один комбайн? Он нарывается. Я его, блин, из пушки расстреляю. Ты куда поехал? Там вон целое месторождение огромное. Я понимаю, что сюда ближе. Ты видишь, по тебе стреляют. Так, ладненько, надо еще один завод комбайновый делать. И пушками тоже все окружать. Что вообще можем построить? Давайте глянем. Так, ага, ага. И звездный порт. Звездный порт хорошо, потому что нужны будут ракетницы. Так как мы делать их, к сожалению, не можем. Слово совсем. Да, и технику надо тоже строить. И вообще, да, наверное, надо завод еще один делать и переносить его куда-нибудь подальше. Иначе его просто задолбают. Так, десант. Да? Да, конечно.
О, щит. Скота. Ладно, пушки тут и без нас справятся. Отлично. А, все, разгружается, отлично. Так, чё? Да. Это я знаю, Толян. Мне, конечно, не нравится то, что мой завод, я уже на него на починку, как на 5 заводов уже истратил бабла, баблища. Что мне делать? Как мне жить? Ладно, давайте еще один перерабатывающий забомбим. Ой, спасибо за танчик. Спасибо за 2 танчика. Просто от души, реально от души. Да нет, вот этот пойдет вот сюда. Так, а я завод перерабатывающий так и не сделал. Так, отходи. А, все, делай. Блин. Не одно, так другое. Давай на базу. Ох ты. Какими-то козьими тропами катается. И ты, пожалуйста, какой-нибудь подальше. Ты и так он еле живой. Тебе даже червяк такого жрать не будет. О, блин, радар досталось. Ну, блин, да, тут особо никуда не деться от этого всего. Так, ну что, надо потихонечку мастерить хай-тек и ремонтный. И вокруг них уже ставить пушки и космопорт туда же. Потому что, по-моему, это самое вкусное, именно ремонтный, транспортный и космопорт. Ну, хоть ты, пожалуйста, ну не едь, ну глянь тут сколько всего, обожраться просто. Дай стенку построю, чтобы вы тут не катались между пушек. Хрен с ней, что стенка дохлая будет. Все, чтобы никакой залет на сюда не попал. Так, что надо? Хай-тек потихоньку мастерить. Да, все, с пушками уже гораздо проще стало. Да, давай, между пушек покатайся. Чтоб я еще стенку построил, чтоб уж точно ты. Стреляй. Есть. Пушки без тебя прекрасно справятся. Ты можешь издалека гасить их на здоровье. Сейчас построим ремонт, на всех вас починим. Надеюсь. Ну да. Даже самолетик. Забабахаем сначала. С
собери здесь все. Сейчас самолет за тобой прилетит. Все. Ништяк. А место такое, конечно, не очень изначально хорошее подо все это. Бля, наглый, а? Лучше называется прет как танк. Так, еще надо хотя бы для ветряка тоже местечко оставить. Ну, склады, ладно, склады уже внизу, там на них можно сильно не заморачиваться. Так, почти готов. Иди, пожалуйста. Так, а тут что у нас открылось? Кто-то что-то где-то как-то. Затишье, перед бурей, блин. Ракетница не рада, что приехала, да? Не знает, куда теперь деваться. Все, сейчас будет массовая починка. Всей техники. Вообще борзый просто. Ну что ты стоишь к нему спиной? Пренебрежение свое показываешь? Не вовремя ты это делаешь. О. Все, давай на передовую. Не стесняемся. Все свои. Еще один чинится, правильно. Эти собирают. Может, даже комбайн когда-то починим. Так, пока суть до дела, давайте все равно вот это понадобится, потому что этот старпорт просто дофигища забирает по энергии. Больше только дворец, но дворец строить, по-моему, бессмысленно за Ордосом, просто нет смысла его строить. Ну и все, и как раз. Пятихаточка, нормально, как раз у нас две машины на разгрузке. Ну и все, и можно потихоньку уже сооружать, планировать атаку. Оборона у нас нормально, пушки только надо по периметру все поставить. Потому что я думаю, десант скоро припрется. Куда ж он, сука, денется? Ой, это был зря, ну ладно. Давай еще строй бетон. Так, у меня нормально, 5 танков на обороне. Это хорошо. Да, кстати, пушки мне нравятся. Хоп, сразу обзор так изменился резко. Хорошую сторону. Все. Так, сейчас быстренько пройдемся по ценам. Обычный танк 300, этот 600. Ну а ракетницы нам выбирать не приходится. Так, пока тут затишье, сейчас я гляну быстренько на карту. Ага, понятненько.
что? Посмотрим, что у нас в магазе. Вообще, он, по-моему, она то ли 500, то ли 450. Вот там дешевле, но он не сильно-то нужен. А двойные танки, кстати, что, не продаются, что ли? Сняты с производства? Этот все что-то собирает там. Или делает вид, что собирает. Он не собирает реально. Так, мне, в общем-то, не сильно нужна пехота. Пехоту мы можем отправить в важное путешествие. Пока все это мы будем тут готовить. Так, сюда. А, у меня денег нет. Разбежался я, прыгнув со скалы. Да, кстати, в понедельничек выйдет ролик. Ну, такой ролик простенький, но надеюсь, вам понравится. Так, берем 625, да, жестковато, конечно. О, космический трамвайчик прилетел. Давай, паркуйся, молодец. Ну, что-то тихо, пацаны, что-то совсем как-то тишь да гладь. Да щегол, вообще. О! Так, самолет, главное, не разнесите, спасибо. Я очень сильно благодарен. Давай, жахни-ка по нему. Так, кстати, пушки надо не забыть проверять. Пушкам тоже достается, будь здоров. Эти ракетницы вообще чаще для своих больше опасны, чем для чужих. Так, это починенный. Занимай. Ладно, они сейчас скоро все выберут. Вторую пуху, ты имеешь в виду справа, да? А, вот здесь, наверное, ты имеешь в виду. По левому флангу. Да, я с тобой соглашусь, Толян. Потому что сейчас нападение будет, ну, скоро, в скором. Так, танчик. Сюда. Да, блин, ладно. Сейчас бетон переделаем, вернее, добавим. Да как это получилось? А, пушка то, что соорудил. Слева, да-да-да-да-да. О, блин, а чё ты? Это по ним так стреляли? Фига себе. Что мне еще? Блин, только прошелся, вроде все нормально. Так. Ой-ой-ой, у нас тут жаришка, я смотрю. У нас тут прям вообще просто офигеть не встать. Так, пуха слева откладывается. Надо сзади бомбить. Тут просто беспредел полнейший. Молодец, давай на починку сразу. Ладно, хрен с ним, пусть будет вот тут слева. А, молодец, вовремя приехал. Ладно, все, будешь стоять здесь. Ты починенный, все. Тогда уж раз такая пьянка пошла, надо и снизу пушку ставить. Глянь, нам тут накидали. Еще нет. Сначала надо бетончика залить. А то она в упор тоже будет прям на линии огня. Не пойдет. Вот и сюда теперь пушка. Вот скоты. Не ожидал, конечно, такой подлости. Ладно, что, бабки есть, надо чинить.
Нечего пендриваться, а то проще, намного проще починить, чем строить заново. Давай. А вы не хотите, чтобы я в хаки тут играл? Ну, конечно, не особо хотите. Я к тому, что... Какими хаки, блин? Ага, все работают в поте лица. Ладно, давайте добавим. Раз такой разговор. Да в любом случае надо добавлять. Заодно чуть-чуть этот звездный порт от удара чуть-чуть от прямого защитим. Так, у нас три ракетницы. О, одна уже все приплыла, рыбка. И вторая тоже немножечко. Так, давайте маленько поравномернее. Тут вообще тут, по-моему, ни к чему. Ракетница. А, какой еще? Ага. Размечтался. Ладно. Сиди, ты починить, что ли. Так, что там пехота? О! Ну-ка, расстрелять. Давай. В угол иди. Да, пока у нас как-то нападение не очень шустрыми темпами идет. Так, тут все. Я так понимаю. Где мои комбайны вообще все? Один вижу. Серьезно? Один? А где оставшиеся? Все? О, мою пехоту отделали. Причем... Пехота что, сюда свалила? Интересно, как это она сделала. Так, у меня с комбайнами все плохо. Я думаю, что у меня бабок-то? Не жирно-то. Ну-ка, по скидке будут? Ага. Хрен там плавал. Это вот он один, бедный, да? Сильно. Что ты там хочешь собрать? Вот этот вот пятачок? Ну, собирай. Ты все собрал. Дальше-то что будешь делать? А, вот тут у нас... Блин, вот тут тоже они... Ладно. Надеюсь, он сейчас соберет и свернет сюда, направо. А что, что, что? Почему бабло само по себе тратится? Это как? А надо еще делать. Что-нибудь в перестрелку, что ли, просто сдохли, получается? Это не совсем понятно. А, ну и этот тоже присоединился. Да-да, стреляйте по песку, конечно. Вы сначала думаете, а потом стреляете. Молодцы.
Ну да, тут пушки не зря поставлены. Развернись, давай. Откуда? Откуда вот эта ракета полетела сейчас сверху? Тут еще кто-то? В засаде, да? Так, ну тут у нас база раскрывается потихонечку. О! Решили компанией, да, съездить, скататься. Блин, дела-то не очень, на самом деле. Ну, как бы нет, они потихонечку движутся. Я не сильно против, но можно было бы и пошустрее. Ни хрена. Давай. Тебя может тоже туда же отправить. Давай, ты чинись. Ты поедешь с ракетницами. Путь дорога. Отлично. Так, а что? Ну да, пока у нас дела не очень быстро идут. Хотелось бы, конечно, побыстрее маленько. О, все, ракетница последняя была. Какая прелесть. С четырьмя ракетницами ни хрена хорошего не сделали. Так, о, десантура. Вот куда ты стреляешь по башне? Вот объясни мне, пожалуйста, неужели настолько слепой, что, не знаю, даже окулист на верхней букву либо прочитать не мог, а тебя все равно взяли? Все, вот на этом минус звездного порта, потому что толку, к сожалению, теперь от него не сильно много. Танки обычно мне нафиг не нужны в нем. Даже, тем более по 417. Месторождения уже подзаканчиваются, то есть уже надо прям прижимает, надо уже точно идти. Хотя он, подсматривая в карту, справа внизу еще есть местечко. Но этому пофиг. Так, ладно, нам вот эта база нас сначала интересует. Нам нужна хорошая огневая мощь. Пока у нас хрен да ни хрена этой мощи. Ладно, давай вторым поедешь. Да. Ну все, они появятся теперь очень не скоро, зато подешевели. Круто. Демпинг, толку, да. Хоть за рупи они пусть будут. Если нечего купить, это бессмысленно. Так, что мы тут в итоге открыли? Ага, пенек. Потом наши пацаны решили убежать. Интересно, причина. Ну, причина понятна, враги. Ну должны, я ж не спорю, но купить мы пока не можем. Ни хрена. Это вот не очень хорошо. Ну, опять же, я знал, на что подписывался, когда за Ордосу решил играть. Меня ж никто не заставлял, правильно? Так, два комбайна, третий комбайн. Так, собирает. А ты что стоишь? Ты, надеюсь, делом занят? Так, это отвезли.
Ну что, бомбим танки, ну что нам еще остается? Положение наше не очень хорошее. Понятно, что никто нас не заставляет уже ехать, но тем не менее. Бабло пока не сильно прирастает. Там хоть база небольшая, но все равно. Приятного будет мало. Сюда едь. Чего тебя вообще не на самолете отвозят-то, а? Так, это еще один. Нет, ты стоишь, ты тупо стоишь, ты ничего не делаешь, правильно? Офигенно. Обидно. Ну, хрен. Да, 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 я знаю, я... Опа, это что за явление? Что за перебежчик тут у нас? Сдаемся, что ли? Реально? Или у них что, у них это... Бабки, что ли, кончаются? Настолько все сурово? Прикольно, если так. Про дворца я знаю, дворца меня пугать не надо. Я знаю, что такое рука смерти. И знаю, чем опасны Харконины в таких делах. Ну там рандом. Там надо, конечно, уметь строить так, чтобы не такая плотная застройка, как здесь. А потом еще будем против двоих воевать. Ёкарно, ёкарно, тут вообще просто. Мама моя. Естественно... О, щит. Ну иди чинись, хрен с тобой, золотая рыбка. Этот круги наворачивает, а, ну все, понятно. Ну, скажите мне хорошее что-нибудь. Нет, хорошего нам ничего не скажет. Ну что, еще один комбайн строгать? Они вообще офигеть, что, неужели у них реально ресурсы-то кончились? Ну с этим я нападать вообще не хочу. Это просто бесполезняк. Ну хотя бы, ну пару ракетниц, ну и хотя бы танчик. Ну пока, короче, счетчик не заклинит. Потому что на что я делать-то буду? Давайте потихонечку сюда. То же самое. Ну давайте, скажите что. А, нет, не скажут. Что с танками, конечно, даже с такими на ракетные пушки сильно не налетишь. Ракетную пушку нам надо именно издалека выносить. А их там будет предостаточно. И танки особо ничего не сделают. Вот какое месторождение, пожалуйста. Бери, не хочу. Нет, надо ждать. Надо, чтобы червяк тут не сказал. Ну ладно. Будешь ждать, я тоже подожду. Поэтому да, отведем на твердую землюшку нашу. Здесь вас достать не должны, насколько я понимаю. Так, кто там приближается? Ты чё тут гонишь-то, а? Enemy unit. О, да, зашибись. Цены меняются, количество не растет, нифига. Давайте еще танк, ну что теперь?
Так, давайте склад на всякий случай забомбим. Сейчас в нападении я чуть-чуть потеряюсь тут. Блин, не это, склад я сказал. Так, о-о-о, ситуация суровая. Да, смотрите, там, по нам тут хорошо накидали, я смотрю. Еще тоже пострадавшие есть. Потерпит. Ладно, все, что не желтое, в общем-то, можно не чинить. Так, ты построился, да? Нет, не ты. Ты построился. Ну скажите, что... Ни хера. Кто, где? Ну-ка, жахни-ка. Куда ты едешь? Вот, смотри, какая здоровая хрень. Да, нужен еще второй самолетик, помимо этого. Так, десантура, да? Что-то где-то он полетал, да и все. Ну ладно. Мало. Особенно мало ракетниц. Ну хотя бы парочку надо, ну как-то сделать. Тут вообще тоже не при делах, я так посмотрю. Ладно, хрен с ним, охраняй. Блин, даже не знаю, они могут и снизу подлезть. И почему мои не могут так? Хоп, десантировался и вперед. Это ж офигенски просто. О нет. Да, печаль. Блин, нападешь сейчас, все хреново будет. И ракетницы потом хрен дождешь. Да и бабло не бесконечно. Ладно, подкатывайте нам потихонечку. Нравится тоже, у ракетниц такой обзор хороший, они прям так карту открывают нормально. Ай-яй-яй. Опа! Пошла жара. Все, успокоились. Стать в строй. Блин, уже одна того. У них всего 4. А где они, девятеры? Х, где? Найн? Не дожили мы еще до девятеров. Здесь уж тем более их нет. Тут с этими... Я думаю, что девиаторов бы не наклепал бы, тем более их можно на собственном заводе делать. Я бы с огромнейшим удовольствием.
Ну, а, уже все, минус ракетниц. Прекрасно. Ой, как бы до строения-то дожить. Ладно. Думаете, что я такой тревожный сегодня? Чувствую, даже на две миссии может мне не хватить. Хотелось бы, конечно, все-таки две пройти, потому что это еще цветочки, я бы сказал. На ракете, наверное, далековато. Красавчики. Так, там, а, ну все, 2000 нормально. Так, чё, не, нам до угла еще далековато. Ладно, хрен с ним, давайте в самый угол. Танки прикрывают. Ух, блин! Танки. Надо сделать красиво. Да-да-да-да-да, обход, а, ракетницы уходят. Гасите. Давай, по два залпа каждый. Этот за камнем стоит, ему похер. Блин, тут просто страх. Валите. О, щит, ладно. Вот тут стройплощадка у них. О, нет. Сваливаем. Так. Блин, что-то вот... О, там червяк. Разошелся, я смотрю. Беленький, да? Ага. Да вижу, блин. Хрен ты у меня что сожрешь, понял? Сейчас тебя моя ракетница подуспокоит. Так, сек. Да. Все, база тут, ну, в смысле, стройка. Да, сожрал. Жрун, блин. Сейчас мы танк разведывательный отправим по бырику. Угу. Танк разведку произвел. Хороший танк. Так. Еще, конечно. Давайте сюда, пацаны, подтягивайте, что ли. Ага. Вот эти танки, как бы они уже нахрен не нужны. Так, ладно, они там потихонечку делают свои дела, мы делаем свои. У нас бабок много, надо с этим что-то делать срочно. Ага. 360, но все равно в продаже нет. Прелесть, просто супер. Что мне теперь, склады все перестроить ради этого? Целую карту складами, блин, застроить. Или пока не скажет все. О, у нас тут стенку громили, ничего себе. Кто это сделал? Только ты что, туда уже приполз, придурок? Нет, не приполз. Я уже хотел очень сильно ругаться. А, пушку гасите. Ну, загаси. Так, вообще надо вот это вот сооружение тоже на ноль помножить. И
по-моему, на этом все, кстати. А, нет, там еще ветрячок. Хотя, по-моему, ветрячок уже тоже приплыл. Так, разведывательный танк. Давай, друг, я в тебя верю. Ну все, да. А, нет. В стенку ехать не надо. Это плохая примета. Давай, миленький, давай. Все. Миссия completed. Все, отступаем. Ты тоже. Тебя прикроют. А, смысл. Все, давайте, спринтерским темпом. Ну! Твою мать. Короче, ракетницы будут на вес золота у нас. Даже не золото, я даже не знаю. Какого элемента, блин. А чё, мне танк еще прислали, что ли? Ой, борзый какой, а? Кто-то у меня... Здание так рушится. Блин, нифига, кстати, по ним тут накидали. Или это свои же ракетами? Свои могли. Ладно, все, пучком. Ох, как мне нравится это. Блин, ну ладно, там 5 минут это пописать, но... Многовато будет. Так, вы там как, живы, мужики? Да, все, все чинить. Хоть ресурсы есть, еще собирать нормально можно. Главное, что мои как бы сюда еще не поперли, кстати, на ракетницы, на чужие. Это у них ума хватит. О, сильно. Так, что у нас там? Час почти. Воюем. А ты что здесь стоишь? Суетолог, значит, то я? Не, ну блин, иногда бывает с чего? Не просто так же, сам знаешь. Так, что там у нас вообще? Откуда на них нападать надо? Ага, понятно. Ну ладненько. Там, в общем-то, база не такая уж большая. Как тут не с... Неужели? И опять out of stop? Прикалуйтесь, что за квота такая? 4 драных этих ракетницы. Это вообще, это просто за пределами добра и зла. Ты обойдешься. Ты тоже обойдешься. Так, ты свеженький, свеженький. Сейчас еще создадим.
Да, с ракетницами просто мама мия. Реально, ну, нет слов никаких. Давай тоже чинись, хрен ли. А где остальные? Ага. Да, этот с красной полоской уж сто пудов чинить. Давайте, выстраивайтесь, что ли. Миссия сегодня таки было, ты имеешь в виду где? В игре или там у тебя на этой новой крови? А, значит, на новой крови. Да, снова, короче. Мало ракетниц, но много танков у нас будет. Вот ракетниц как раз таки куда нужнее в этом деле. Были бы. Ну вы видите, это издевка, я за 603 уже готов покупать. А, что я делаю? А, хэллоуинская, господи. Тогда уж это больше MCW. О, тебе в первую очередь. Так, ты нормальный, ты, ну, тоже туда же. Писец танков просто, целая змея. Ракетницы нет. Зачем? Они нам нужны. Зачем нужны нам? А, прикольно. Так, я вижу на карте там еще кто-то. Что-то. А, понятно. А тут никого не забыли, нет никого. Ладно, у нас будет свое, поскромнее, на вымышленной планете. Ну, тут как это? Причем все дорого, я хочу заметить. Дороже, чем произвести на заводе. Потому что MCV, по-моему, 900. Да? Гениально. Ничего себе, кровь останавливает, да. А, все, мы уже тут, кстати, приехали. До краешка карты. Так, ну вот база, я так подозреваю, начинается где-то здесь. Может, где-то здесь. Судя по пятну, там кто-то уже был. Жесть. Так, вы постойте пока. Там что-то мне подсказывает, что они могут... А, роста. Я понял. Я думал, ты просто хотел написать, я написал рост, и я прочитал это так. Блин, ракетниц катастрофически мало. Может считать меня неисправимым оптимистом, но ни хрена тут не хочет, понимаете? Ни хрена. Все, юниты закончились. То есть я тупо вообще сейчас ничего не смогу заказать. Ну ладно. Количество юнитов и так уменьшится. О, тихо. Что это значит? Что тут самолет делает? А-а-а, вот что он тут делает. Ну ты не достанешь до него. Давайте вот сюда тебя сразу. Хрен с вами. Давайте еще склад поставим. Вот тут вот в самом логичном месте. Хотя на самом деле оно... Так, я смотрю, там жара начинается, что-то там на карте проявляется.
Да, слушайте, ракетница. Че, ушатали, красавцы. Верил в вас всегда сердцем и душой. Давайте, давайте, давайте. Так, ты будешь разведкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука. Давай. В упор подъезжай с двух стволов по нему. Все, видишь, какие пацаны молодцы. Могли тебе. Так, я... А, вон там еще ракетница. Все. Понял, принял, как говорится. Так, вот это все надо устранять. Блин, он сейчас сдохнет. Не, давай ты вот это вот. Вот это вот загасишь. Конечно, тоже еще один человек явно с мозгами. Потому что, ну, так тупить, конечно, это мое почтение просто. Отлично. Так, а что-то они, да, прям активизировались так серьезно, я смотрю. Ну ладно, мы тоже не должны стоять на месте. Так, танки прикрывают. Давай, 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 достаешь, я знаю. О! И до этого давайте. Он всю малину испортит. А ракетница у нас хрен. Ничего себе, он так лечится быстро, козлина. Ладно. Давай сюда. Танков раз до хрена. Вы покрываете. Отлично. Давайте, давайте наверх уходить. Отлично. О, у нас тут резервный полк целый танковый. Да, ты через скалу, конечно, все прострелишь. Ты просто красавец, молодец. Видите, там что происходит? Дайте посмотреть. Нормально, все. Им уже больше не сдобровать. Так, разведывательный танк в лучших традициях. Ага. Да дуй назад уже. Кто-то там что-то кого-то гасит. Хрен знает кто, кого, чего. Ладно, вы справитесь, тут осталось. Что у меня здесь происходит? О, кого-то грохнули. Ну, в смысле, машину. Так, что тут у нас? Ага. Так, ага, обе ракетницы, хорошо. Я знаю, это тупо. По-моему, все. Нет?
Да? Ладно, отлично. Отлично. Начало было, конечно, не то, что тяжкое, оно было просто отвратительное, я бы сказал. Но, тем не менее, мы справились. Да, спасибо за работу, да. Так, ага. А, мне одно что-то снесли когда-то? А действительно, а что? Не помню такого. Ну ладно. Снесли. Чё бубнить-то? Так, ну что? Дело пахнет керосином. Ладно, к часу ночи, может, даже закончим, как вчера. Было бы неплохо. А там? Ладно. Даже с считанными ракетницами то что-то как-то получилось. Место строится, как всегда, нежирно. Так, ну еще посмотрим, будет ли у нас девиатор в этот раз. Очень хотелось бы, знаете ли. Очень хотелось бы. Так, ну, радар можно посередине. Уже звездный порт можно, офигенно. О, хотя бы все быстренько можно подсобрать. Сейчас, подождите. Так. Я, конечно, чувствую, пожалею об этом. Но тут куда его нормально воткнуть? Вот объясните, а? Вот. Не знаю, тот еще строитель. Мне только города строить. Просто как бы там ни было, ракеты все равно поначалу все равно будут добираться. Куда не денутся. Так, все, ты потихонечку делаешь свои дела, молодец. О! Ну-ка, жахни-ка. Красавчик. Так, ну ладно, хрен с ним, рискнем еще один сделаем. Обороняться, по крайней мере, получится. Главное, чтобы червяк сейчас не приполз. И сказал, какие вкусные комбайны. Сразу два. И первое, и второе. Прелесть. Сожру, дайте два. Угу. Молодец, знаешь, куда ехать, не поперся через полкарты. Это уже говорит о многом. Тут надо по периметру пушками все застраивать, потому что да, тут очень плотно придется все делать. Ну, ладно, пока. Сейчас подождите. Пока рука смерти, по крайней мере, еще отсутствует, насколько я знаю. Так. А что я должен строить сейчас? Что я в замешательстве? Кстати, техника. Даже сейчас девиаторов хрен. Это уже просто, честно говоря, беспределом легким попахивает. Уж эти ордосы. И что мне делать? Муравью хрен приделать, да? Пушки строить. Ты сейчас по-любому слева поедет какая-нибудь.
мракобесная хрень. А дальше нельзя? Ладно, сейчас поставим, будет норм. Блин, ладно, не проблема. Все, работай давай. Так, гладиатора спецздания есть. Ничего под... А, подожди-ка, а ты прав, скорее всего, Талян. Да нет, по-моему, звездный порт. А, пока не построишь, оно может не быть. Все, ладно, сейчас проверим. Скоро проверим. Нам хотя бы дают нормально построиться. Это уже не может не радовать. Потому что я знаю, что они попрут на завод. Поэтому не затягиваем это дело. Так, что, хай-тек сначала? Или вторую? О! Давайте смотреть, откуда. Слева, справа. Уйди оттуда, пожалуйста. Зачем ехать реально через полкарты? Откуда они едут? А, все, вижу слева. О, я с пушками угадал. Я знаю, что там слева и сверху, но они ж могли сверху спокойно также полезть. Так, еще вот эту вот перерабатывающую фигню забомбить. Чтобы уж собирали, так собирали, пока есть. Так, ну здесь пушки стоят хорошо, поэтому, я думаю, стоит теперь с этой стороны что-то делать. Не ждать пока не... Да, вот тут сейчас вот так вот начну. Ну, гасаните вы его, господи, мотоцикл этот несчастный. Что? Ага. Так, разведка плиткой пошла. Что-то можно, конечно, третью пушку тут, потому что они будут нормально так лезть. Да. Ну и что вы все стали к нему спиной? Так, ставим пушку на самом верху. Даже можно перед горой. О, очень тяжелая техника поехала. Так, ну у нас тут прям вообще, прям я посмотрю, дела просто пошли в гору. В кавычках, конечно же. Ага, не справа и сверху прут. Поняли. Сейчас потерпите, сейчас я им навтыкаю. Блин. Офигенно. Кстати, пушки хорошо достают, это мне нравится. Учитывая, что я дальше вверх буду более-менее строиться, все нормально. Начинается.
Ладно, сейчас ветряк сделаем. Бабки-то есть на него? Так, что, хай-тек я там хотел? О-о-о-о, какой приятный звук. Так, ты что стоишь сбоку? Там тебе не интересно, тебе надо сюда, поближе. О, тем более там десантники вон высадились. Ля сволочь, а еще и достает так хорошо. Что вы стоите, глядите на него, блин. Здесь на звездный порт теперь, хотя ладно, воткнем. Найдется место. Так, пушка. Сюда. А чё он там еще? Конструкция завершена. Что я там не конструировал? Так, этот танк тоже бессмысленный тут абсолютно. О, нам тут на усиление поставили народ. Блин, тоже пехота это, она сильно не нужна. Иди туда наверх. А, кстати, император, интересно, будет ли накидываться тут на нас? Тут очень хороший вопрос. Он же может. Я вроде третью пушку тут хотел, ну ладно. Забыл я уже, наверное, про нее. Так, чё, хай-тек? Комбайнов правильное количество. Короче, все понятно, они сверху слева нападают и сверху и слева и справа, короче, все, все понятно. Вот эти вот, честно говоря, орнитоптеры не сильно-то и нужны, потому что вот на начальной стадии их просто тупо расхреначат, вот прям без затей. А на поздних они не сильно-то и нужны. Конечно, можно там напасть сразу и техникой наземной, и воздушной. Но и пока пушки вот эти ракетные, они орнитоптеров просто раскидают. Без каких-либо проблем. Так, а что, надо, наверное, еще ветряк. И этот... починку делать. Потому что да, починка жрать будет много. Ну и сюда куда-нибудь звездный порт воткнуть, если уж они слева сверху любят нападать. Я не помню, это синий самолет пролетел, хрен он здесь делает, не его уровень, так сказать. А чё, солдатня, чё сбегает-то? А, по-моему, этот хруст, это был как раз-таки моих. Передавили. Спасибо за сердечки, кто там ставит. Ценю. Пушки поддерживаем в добром здравии. Так, что ремонтные? И, кстати, возле них надо тоже ставить пушку, иначе будет очень хреново. Я в этом уверен. Это я. Ну, ожидаем. Спасибо. Чё, нормально, нормально. О! Если ты ремонтный построишь, тогда будет тебе счастье. Прикольно.
Ладно, все, девиаторы. Понял, принял, как говорится. Но опять же, я все построил, все здания в прошлый раз. Просто девиаторов тупо рано еще. О! Не зря я про пушку-то сказанул. Пожалуйста, хренани вот по этой штуке. А ты подъедь, пожалуйста. Пока... О! Вовремя. Сейчас мы... Нет! Ну хотя бы раздави. Нормально так он заигнорил это дело. Все, отлично. Так. Вот это вот зачем... А, его... Понятно, в ремонт увезли. Ну окей. Так, короче, не зря я пушку сюда воткнул уже. Я понимаю, это прекрасно. Надо, наверное, еще флангом-то этим заняться. Иди чинись. Так, а что? У меня крупной техники-то особо и нет, ни хрена. Ну, два вот этих несчастных танка. Понятно, что есть... А, все, стоп, бабки-бабки. Так, ну девиаторы это, конечно, хорошо, но мне их нужно, может, от силы пары штук. Они прям не сказать, что дико эффективны. Так. Давайте танчик один сделаем, а вообще надо звездный порт бомбить. И пушками его обкладывать, и, скорее всего, ветряк еще понадобится. Да, как они на ремонтные, а? Загрелись, суки. Ну не только на ремонтные. Так, давай-ка отсюда. Так, чё, или ветрячок пока по-быренькому воткнуть еще один. Ну да, тут... Пусть будет здесь, хрен с ним. Хотя нет, есть у меня идея получше. Вот сюда. Заодно стройплощадку прикроем чуть-чуть. Кто там, что там, я не знаю. Так, девиатор. Постой пока тут, пожалуйста. Я понимаю, что ты можешь наводить суету. Хотя да, ты можешь наводить суету, все верно. Ну-ка. Ты будешь за место пушки. Так, где мой комбайн? Один вижу, второй вижу, третий разгружается. Это тоже пока тут постой. Yeah, baby. Ну и что почем? О! Ну, я понимаю, жалко, нельзя их прям скопом, оптом, так сказать, под ноль заказать. Было бы отлично, но. Нет. И было бы действие девиатора чуть-чуть побольше, охреневшая морда. Еще один. Это уже просто ни в какие ворота. Иди сюда. Работа есть для тебя. Для тебя пока нет. Нифига. Так, тут тоже надо пушку. Ведь он еще не факт, что попадает. Ну, сейчас ты с такого расстояния точно не попадешь, понимаешь меня? О! Иди. Вот, к своим иди туда. Все, на толку. Действие не сильно долгое будет на этой штуке. Так, блин, и тут пушку надо ставить. А, все уже, недолго музыка играла. Так, и бабануть-то его некем.
Блин. Так, мужики, у нас проблема. Сволочь. Сносит он хорошо, конечно. Что надо и тут тогда пушку. По всему периметру нужно пушки делать. Опа! Круто. Прям. Залили бетоном. Памятником не рукотворно сделано. Точнее, все-таки рукотворно. Блин, даже не знаю, как воткнуть его. А, да, берем. Пока в продаже есть, пока не стали стоить конских денег. Танки всегда наклепать с моем. Слушай, сгоняй на разведку, брат. Давай. Ты быстрый, шустрый. А, там квала формульная началась. Ну, и хрен бы с ней, с другой стороны. Ага. Сама. Так, это чья пушка в таком состоянии? Моя, что ли? Да. Еще прям ей совсем досталось, я бы сказал. Так, что у нас? Все сурово. Еще ракетницу, пожалуйста. Я знаю, сейчас. 4 штуки дадите, и все, и гуляй, Вася. Давайте еще. Опа! То есть даже нет такого out of stock. Ну вообще. Пацаны, вообще ребята, блин. Эй, тут как бы танк подъехал. Так, ладно, танки тоже надо готовить. Ага, тут у нас прям... Спокойно все едет, это хорошо. Так, вот тут надо еще пушку. Так, все здания у меня есть. Ну, склады мы не считаем. Мне нравится, что он тут между пушками, как у себя дома просто катается. Ага, там уже его ждали. Нашего братана. Видите, все. Ну продайте еще, ну пожалуйста. Ну, что он? Молодцы. Я пока стенку этим. Любителям тут кататься между пушек поставлю. Все, пойдет. Так, и здесь еще одно я хотел воткнуть, потому что они полезут. Ну что, продадите еще? Даже дешевле, вроде бы. Ну, короче, нормальная цена. Приемлемо. Где? Слева, сверху, ничего себе. Да, они. А что это ты приехал, уехал?
что, не нравится в объезд кататься, да? Не сильно-то они расстроились, я смотрю. Так, возле вот этого звездного порта тоже нужна пушка. Так, сек. Какие-то звуки посторонние, не могу. Я в наушниках стараюсь все это еще на два уха сидеть. Так, ладно. Так, комбайна. Так. Короче, нужен склад. Да вот сюда вот, ну хрен с ним, что без фундамента сейчас и починим сразу. Что, ветряк еще до сих пор не нужен? Очень странно и удивительно. Ну, порадуйте меня, красавцы, просто. Либо бой страшный будет, либо я не знаю. Так, тебя чинили. С ним еще пушка лишней не будет, а то они постоянно рвутся, надоели. Так, что у нас тут в итоге? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ракетниц, один танк. У танков мало, и девиатор нужен. Ладно, танки, допустим... Допустим, вот этого одного я могу пустить в дело. Теперь здесь пушка. Достойная замена, скажем так. Так, о, еще там. А что ты здесь сделаешь? Едь-ка в ремонт. А где еще комбайн? Кстати. Один вижу. А здесь нет. Второй раз... Вот он разгрузился. Третий вот. Ну, ладно, окей. Так, а что, давайте самолетик сделаем. Блин, ну ладно, это на потом. Точно не сейчас. Да, все, починился, давай сюда. Так, теперь посмотрим, что у нас тут на рынке. Дорого, не нужно. Тоже не нужно. Давай еще одну. Пока дают, надо брать. О, разошлись. Ни хрена, ребятки. А вы откуда в таком количестве? Ля, действительно, слушайте, что за беспредел такой? Сейчас будем уменьшать вас. Ой-ой, а, это девас... Да, тихо вы, блин, стреляете тут. Белый свет как копейку. Ля! По-моему, только что ракетница моя, это, амбиции настал. Такой решительный. О, блин, а у этого танков-то ни хрена нет. Оказывается, да?
давайте девиатор. И второй. Ну, пойдет, будем надеяться. Хотя, блин, нет, что мне подсказывает, что нет. Так, единственное, надо, так как они хрен различимы между собой, надо их как-то рассортировать. Или один девиатор. Блин, девиатор тоже, он, конечно, ненадежный особо. Давайте этот танк крупный сделаем. Вообще сейчас, короче, ну все деньги надо производить. Ага. Доберем. У нас что, выбор есть? О! А, его в ремонт отвезли. Ладно, хрен с ним, давай защищай. Блин, а ты, ладно, поедешь, короче. Ну ничего страшного. А чё он в трауре? Что у него случилось, кстати говоря? Хотя смысл, она и так нормально себя чувствует. Тут вот это вот здание могут разнести. Хрюни, это кто? Стесняюсь спросить. Так, что у меня один танк остался опять? А, починили, красавцы. Блин, или стенку тут, я уже не знаю, что лучше уже удумать тут хорошего. Ну, короче, да, хоть на все деньги прошелся. Спартак, а, понял. Я ж в футбольной терминологии не сильно. Волоку. Хотя бы на время, потому что сейчас реально отъеду. И эти красавчики тут же прилетят. Ага, разгружается. Все, подутих. Вражина. Я понимаю, что стенки разнесут. Но, по-моему, кстати, стенки в разрушенное здание не зачисляются. Это ж не здание, нифига. Кто, где? А, понял. А, не нравится, опять в объезд заставляют ехать. Гад. Вот и все. Просто и красиво. Так, ну что, еще девиатор. И пора ехать. Тем более, сейчас пока туда-сюда, бабки-то у нас уже и начислятся. Так. Давай, мелкий, ты будешь самым ведущим. Так, и девиатор, соответственно. А нифига, реально он быстрый. Ага, как бы подъехать, да? Так, ракетницу берем. На будущее, так сказать. Что, да, не знаем, как подъехать, а что же делать? Ой! Сволочь! Вот и пожалуйста. Не было проблем, купила баба порося. В нашем случае, естественно, как... А где второй? Да. Тебя не сожрали, это уже радует. Ну блин, с одним танком дел не очень. Это не прикрытие, это говно, извините. Даже ракетница тут не сильно нужна будет. А где мои комбайнеры? Вот два.
Мы, возможно, третьего захавали. А что за бомбежка? А, вижу. Ядрит девастатор угрохали. Так. Десантура. О, слабовато пока мест. Вот это уже поинтереснее. Но ему не жить. Это херня это, а не андератак. Это не андератак. Хотя бы понятно, что уже все, червяк уже все не скоро вернется, если вернется. Нажрался там прям танками нормально на все бабки. Один легкий, хорошо, что легкий отправился. Ты куда? Вот ты куда, вопрос тебе. Хотя может я сам его, конечно, правил, да? Девятор. Не сбивайся. Там что вообще? А, все правильно. Так, ну что? Угу. Бабло пошло. Давайте нам по дешевочке. О, молодцы. Ценю. Отлично. Два танка уже есть. Сейчас они еще, да, бабло подвезут. Так, эта ракетница у нас будет запасной. Там она не сильно нужна, потому что разнести ее быстро могут. Так, все, два танка. Ну, сейчас еще один, я думаю. Больше не надо. Ах ты говно! Вот же. Я потом думаю, что мне не хватает. Паникуют наши оппоненты. Где танки опять? Так я не понял, два танка должны быть. Ты не танк. Один вижу, а где еще? Целых два. Это не смешно, реально. Где два, сука, танка? Охеренно. Два танка просто слились. Я их направил. Вот сюда. На карте их нет. Эти вообще... Куда? Ну куда? Ну объясни, ты еле живой. Ты еще куда-то ехать думаешь? На базу к врагу практически. Тут вон тебя ждет. Не дождется. Если тебя еще разнесут, я буду очень зол. Молодец. Быстро в починку и вниз. По карте. И два танка найди, блин. Блин, двух танков тупо нет. Ну что, с планеты уехали, я не могу понять. А, во! Пацаны, а мы вас обыскались. А как так-то? Куда он делся? Этот сраный комбайн опять поедет на базу права, я его убью. Ты это, не ты, я не знаю.
такое ощущение, что снова одна... Ладно, все. Один забрали, один здесь, еще где один. Тоже того. Не знаю зачем. Кстати, я заметил, стенку сделали и все. На звездный порт как-то поменьше стали нападать. Может, конечно, мне так кажется. Ладно, давайте еще. Все, давайте уже. Накинемся. То есть все боялся, что мне бабла много девать некуда. Вот, пожалуйста. О! Ты жертва, блин. Не знаю чего пока, но ты жертва явно. Жертва ЕГЭ. Так, где-то практически здесь наших встретили. Ну, вот этот камень, конечно, он только мешаться будет. Ладно, ракетницам, по крайней мере, не мешает. Ага, пошла жара? Не понимаю. А, все, я понял, где жара. Жара у нас в обороне. Угу. Вот тут наших и встретили. Так, все. Подкрепление стоит и не дергается. Ага. Давайте, шарахните по этой херне. Отлично. А ты херня. Вперед. Там для тебя работа есть. Да, 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 давай. О! Что-то пошло не так, а? Внезапно. Угу. Есть контакт. Отлично. Не надо, не надо по нему стрелять. Да, теперь надо. Мягко говоря, замешательство. Давай. И даже человечка забомбили. Так, все, охрана готова. Куда вы так близко едете к ней? Жить надоело, что ли? А, свои. Так, секундочку. Где примерно у нас стройплощадочка? А, все, прям по прямой. Вообще круто. Надо теперь не сплоховать. Чтобы у нас одна пушка все, всех нас не разнесла. Опа, 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 а что это тут у нас? Внизу она покуда-то стреляет, они. Или не показалось? Так, что вообще происходит? Опа. А, все. Чиним, чиним. Ой. Ой, тут еще одна, оказывается, извините. Не знал, был неправ. По кому она еще стреляет, я не могу понять. Не, конечно, не против. А, не то.
А, у меня три девиатора внезапно. Интересно, откуда? А ракетница вообще что-то уже ни хрена. Завод-то вы разнесли, давайте пушку уже добейте. Отлично. Так, сваливаем наверх. Блинский! Так, танки. Сейчас настал. Вот что надо разнести, срочно. Блин. Ну, от девиатора, по-моему, здесь толку никакого. Козлы! Давай, быстро, 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 быстро. В темпе. Давайте, 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 давайте. Есть, бэйби. Все, этим на этих похер вообще. Не похер? Они достают каким-то хреном. Да, они, слушайте, они достают. Ладно. Недолго им осталось. Так. Девиаторы нафиг вообще. И в безопасное место. Конечно, танки, блин, ну танки просто разнесут. Если говорить, так сказать, по делу. Тут я вспомнил, что у меня здесь, блин, девиаторы тоже, конечно, тут не очень-то нужны. Ладно, выманиваем. Выманиваем, выманиваем. Опа, он что, ракетницу загасил. Так, а где еще? А, все. Давай. Ты отъезжай. Хитрить у них какая-то дальнобойность у этих... Херней. А, там не только, не в этом дело. Дело не в дальнобойности, блин. Того, гляди, сейчас еще не затащим. Ну, в смысле, с этой попытки, так сказать. Я знаю, что это миссия суицидальная. Не, конечно, чуть не то получается. Совсем не то. По бабкам, вернее, все хорошо. Резко стало. Ядрить, что было. Так. Девиатор, блин, не сильно-то и нужен. Ладно, давайте танк. И нам нужны ракетницы. Ну, как назло, их, естественно, нам сейчас хрен дадут. Да? Нет? Я не прав. Все, да? От танков... А, нет, танки живы остались. Что же делать, что же делать? Блин, пушек дохренища просто. О, блин. О, блин, не хочешь. А, наверное, рано еще не улетел на этот космолет, звездолет. Давайте, давайте, давайте. Блин, ну
Не знаю, честно, что. Ну ладно, хотя со стати с безопасного расстояния сначала это загасить, потом вот это загасить поэтапно. А тут уже все эти три завода несчастных. То, в общем-то, все должно получиться. Это нам не сильно надо. Ну, кстати, на обороне вообще никого. Отлично. Ман, танки, как бы, танки изготовить недолго. Так, а вы что, дорогие мои, вот здесь постойте. Фу, блин. Не. А, ладно. Ага, ну все. Халява кончилась. Ладно, и на том спасибо. А что? А, все, фу, блин, я думал, что за отступление. Так, нужен еще склад. Куда его воткнуть только? Склад-то этот. Куда ты едешь? Ладно. Ну-ка, а тут почем? Все, ракетницы, я боюсь, мы уже до конца уровня не увидим. Обороняй пока. Ого, досталось ей хорошо. Так, все, стойте, можно поближе, чтобы там этих всяких налетчиков. Опа! Кто к нам приехал? Что? Жрать захотел, да, значит? А вы можете ему устроить чего-нибудь? Так, мой там где? Не очень в хорошем месте. Я, конечно, могу танк скормить в случае чего, но не хотелось бы. О, блин, таки приехал, гад. Да, начинаешь ценную те... А, все? Все равно козел. Давайте там буквально три ракеты засадить в это говно надо. Блин, почему так близко подъезжаете? Не надо. Вас мало осталось, вы понимаете это? Ладно, не реагирует, уже хорошо. Давайте, одна ракета.
Это что, прикрытием будет? Куда ты подъезжаешь? Не надо этого делать. Блин, поэтому попадает. Давайте танки, отвлекайте его. О, блин. Отлично. Козел. Давайте, гасите. Так, и с этой базы будет все. Все. Так, что тут у нас происходит? Нормально. Так, более-менее все цело. Я не знаю, опять же, что там у нас с комбайнами. Боюсь, что надо как бы не пришлось еще набивать. Так, девиатор, отлично. Да, тут уже. А, ну все, все, они слева теперь поперлись, да? Теперь-то все. Потому что откуда им еще? О, пехота. Че? Да, хреново. Так, ну у нас там орнитоптеры вроде можно было сделать. Так что вполне как вариант сейчас все это сделать. О, иди починись. Так, давайте через низ. Так, наверное, пушку вакнуть не мешало бы. Там уж хрен его знает. Хорошая оборона не повредит. О, танки все в ужасном состоянии. Сейчас будем чинить. Ну все, ты готов? Давай. Пошел. И ты пошел. Какими-то объездными путями. Очередь только создал, блин. И чё? Ни себе, ни людям. Молодец. Так, сюда. А ты сюда. Все, новенькие. Отлично. Так. Почему-то одна доехала, остальных это не касается, да? Ну, тоже им доска жестко, конечно. О. Да
хрен тебе, наворотник. Так, а ты для наступления сразу? Давай. И тебя это касается. Так, девиатора. Ладно. Бог с ней, с починкой. Блин, наверное, высоковато их отправил, ну ладно. Давайте. Вы, ребята, ценные. Надо вас беречь. Потому что ракетниц нам не продадут ни хрена. Будем воевать танками. Ну и девиаторами, чего уж теперь. Тоже надо ремонтироваться всем. Ну, да всем, по-моему. Да. Готово. Поехали. Да, конечно, еще бы маленечко не мешало бы. Ракетниц. Девиаторов-то и так нормально. Танков-то и так наклепаю. Ну ладно. Что, где? Тебя не... Идиота кусок. Ну вот, ну какие еще тут слова могут быть, понимаете? Вот вообще некуда ехать, да? Вот абсолютно некуда ехать, да? Ты попер сюда. Вот можно здесь собирать. Такое ощущение, кстати говоря, что никто и не собирает, у меня такое поганое ощущение. Есть сюда. Ладно, чтобы реально не остаться с хреном, надо парочку сделать их. Бабки и так позволяют. А, ну он еще один ковыряется. Пожалуйста, отъедь пониже. Я очень тебя прошу. Так, все, продолжаем. Что-то мне подсказывает, что все, атака захлебнулась у них. Может, конечно, я ошибаюсь. Да не, нормально, три танка самое то в моем случае. О,
Еще один. Лауреат премии Дарвина, блин. Чинись их, придурок. Ну ты ты просто гений, дорогой. У тебя, наверное, IQ 170 не меньше. Ага. Козлина, да. Главное, даже никакого желания свалить оттуда нет у него. Ты вот едешь сюда, мне пофиг, что это в другом конце карты, зато это безопасно. Ладно, все, пора. Они притихли прям. Так, на кого-то нацелился. Или я ошибаюсь? Блин, тут из-за этой скалы пробка. А, да, слушайте. Ну-ка, шарахните-ка по нему. Отлично. Пошел отсюда. Тебе здесь не рады. О. Давай, вперед. Во-во-во, вот тебе. Достойный оппонент. Ты свали. Красота. А, блин, не успел. Ну, видите, там такой суровой суеты они все-таки не наводят. Давайте будем честны. То есть это вот больше какая-то мастурбация, откровенно говоря. Я понимаю, что они как бы становятся после этого не очень опасными. Они вообще, кстати, едут хрен пойми куда. Так, ну а да, сейчас они погасят медленно, наверное, друг друга. Это, конечно, только плюс. Да, и пушка чуть-чуть тоже подтупляет из-за этого. О, пушка почти сдохла. Ладно, добивайте уже это дело. Ты готов. Ладно, хоть чуть-чуть поразвлекались. Потому что пока они там друг друга месили, и пушка отвлекалась на все это. Гля там этих. Чудо-юг, блин. О, все, тебе раздолье. Давай, ребят, тоже не сильно стесняйтесь. Ой-ой-ой-ой. Девиаторы, давайте. Работа вам появилась.
Не, работа для вас, правильно скажу. Ну, куда ты едешь в упор к нему? Ну, придурок же, а? Все, угробили. И на том спасибо. Так, разведывательный танк. Что, давайте орнитоптеров, что ли? Хотя, хрена ли мы их тут закажем? О, это не то. Здесь их не заказать. Так, что тут еще пушка? О, а ну хотя все, по-моему. Это все, что осталось от базы. Что-то, я бы сказал, мы переподготовились к этой миссии. Все, все. Даже раньше часа ночью закончу. Ну все, на сегодня хорош. Это 6-7 уровень, останется 2. Ну блин, их не факт, что за один вечер-то пройду. Может быть, даже растянем на две части. Потому что завтра это следующая миссия против двоих. И Харконинов, и Атрейдесов. А последняя против государя, царя, императора. Да. Все. Спасибо. 1:05. Ну, как бы не сказать, что совсем сложно. Миссия это проще, чем так взять. 147 машин угробили. 22 здания, у меня одного. Вот это прекрасно. Так, что там у нас? Стелс вор. Стелс война. Да нихрена себе стелс война. Какой же это стелс? И близко к стелсу ничего нет. Ладно. Все, ребятушки, на сегодня хорош. Наигрался я. Аж ухо от наушников заболело. Все, всем спасибо. Надеюсь, до завтра. Я, в общем-то, да, завтра сильно за компом тоже первый план дня не буду сидеть. Чтобы на вечер, так сказать, было больше энергии и отдачи. А на сегодня все. Всем спасибо. Мы же против двоих будем. Да, это 8-я миссия. Стелс война. Надо запомнить. Ладно, все. Всем спасибо. До новых встреч. До свидания. Доброй ночи.